Приветствую всех стильных и гламурных. С вами я, Юлия Кунина, и программа «Тур Гламур». Продолжаем еженедельный обзор о самых модных, фешенебельных и статусных местах столицы, которые заслуживают вашего внимания. Сегодня я решила посетить новый бутик меховых изделий Blue Fox. Здесь представлены меха лакшери-класса от всемирно известного итальянского бренда Fabio Galazzi. Fabio Galazzi производит одежду и аксессуары с 1924 года и входит в десятку лучших производителей меха в мире. Уже более 20 лет с этой компанией сотрудничают очень плотно и тесно сотрудничают самые великие дома моды мира. Такие как Fendi, Prada, Gucci, Armani, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и так далее. В мехах от Galazzi Грета Гарбо и Глория Свенсон создавали роскошные стандарты голливудского гламура. Какие модели наиболее актуальны сегодня? Знаете, сегодня мода развивается таким образом, что, наверное, можно сказать, что модно все. Модно стиль. В этом бутике представлены классическая норка, яркая лиса, пушистая рысь и модный в этом сезоне соболь. Этот жилет с асимметричным кроем идеально подойдет для повседневного стиля casual. Этот роскошный норковый жилет подойдет для любого события. Дайте, пожалуйста, практический совет, как правильно выбирать норку. Ну, что первое нужно обратить внимание, это, конечно, внешний вид изделия. Внешний вид изделия должен быть, вернее, норка должна быть с блеском, она должна иметь такой природный объем.
она должна быть легкая на ощупь, что очень важно еще, что шкурка не должна хрустеть, она должна быть просто вот такой на ощупь, как, ну вот как, например, ткань, да, но с, в общем-то, вот объемом таким небольшим. Есть еще такое, кстати, определение, понятие, как влажность меха. Вот. Есть меха, к которым вы вот так вот прикоснетесь, и вы чувствуете вот ощущение, будто бы он влажный немножко, вогкий. Это тоже говорит о его, безусловно, низком качестве. Особо взыскательные клиентки могут оформить эксклюзивный заказ и стать обладательницами шубы из зебры или белого медведя. Какие эксклюзивные изделия представлены в вашем бутике? Ну, например, вот такая вот куртка из меха-норки с отделкой из молнии. Стильная очень вещь. Дизайн этой куртки был сделан брендом Flavio Gavazzi для международного конкурса, который проводила марка и компания Copenhagen Fur. И Flavio Gavazzi с дизайном этой куртки, этого изделия, заняли первое место в мире, потому что вот они для этой компании сделали вот такую вот очень оригинальную, уникальную вещь. И что интересным является в этом дизайне еще, это вот такие вот съемные рукава. Да, которые снимаются при желании, их можно одеть, если вы хотите немножко изменить образ. Еще один из трендов этого года – футуристический байкерский стиль. Гордости Fabio Gavazzi является совершенная работа мастеров, которые на подбор меха для одного изделия могут потратить до 3 лет. Благодаря тончайшей выделке и дизайну вещь становится невесомой. Забудьте про аксессуары. Эта модель Автоледи подойдет для любой погоды. Если вы собираете в дорогу и вам не хочется тратить много места в чемодане, где должны быть еще и туфли, и платья, и так далее, то вот такое вот пальто, например, можно складывать вот таким вот образом. Оно становится маленьким, невидимым и не занимает много места. Отличным девушкам, безусловно, понравится коллекция зайцев, созданная совместно Fabio Gavazzi с Луи Виттоном.
Современный ассортимент позволяет каждому из нас выбирать, но помните, что вы достойны только самого лучшего.